Ребят, мне всегда было интересно, сможет ли трактор удержать спускаемый катер вот с этого спуска. Ну вот по этому достаточно крутому спуску, чтобы загнать его в гараж. Мы постоянно это делали, перецепляли машину, подтаскивали трактором сюда катер, потом прицепляли машину. Сейчас мы хотим проверить, все-таки, о, наше любопытство наказуемо. Хотим проверить, не утянет ли катер, ну не потащит ли он трактор. Если трактор спокойно его сам спустит, то будем, значит, пускать, поднимать трактором потом. Ну а сейчас попробуем, посмотрим, как будет. Мы вам покажем. Давайте ставьте лайки, будем пробовать. Для подстраховки мы зацепили трактор к Фуджику, и он сейчас на нейтралочке катится за трактором, что если, не дай бог, прицеп с катером начнет тянуть трактор, сносить, трактор не удержит его, то на стропе хорошей 10-тонки мы всю эту вакханалию остановим, и она не залетит хаотично в гараж. Ну что ж, ребят, в принципе, трактор выдержал, и мы можем спускать с помощью только трактора. Проверка удалась, катер целый, гараж целый, трактор целый, все довольны. Следующий год будем спускать только с помощью трактора, получается. Головастик с боем был водворен, не хотел он, скажу честно, возмущается, что так рано сезон закончился. Я, говорит, мог еще походить. Вот, видите? Подарки от Сабуров дизайн все лезут. Это шпакля лопнула, которую они тут налаживали километрами. Вот такие вот красавцы, мастера. Криворукие. Снаружи мы еще тут ничего не делали. Ну вот, вот тут вот надо будет через пару сезонов, наверное, его еще или обклеить, или покрасить. Наверное, обклеить будет дешевле. Пленкой перетянуть. Вот, чтобы убрать вот это вот высокохудожественное произведение индустрии секса Германии. Порно. Так что, ребят, вы много раз у меня спрашивали, как, чей это катер, как называется модель, какой конторы. Нафиг вам он не нужен, честно говорю. Я уже мучаюсь с ним потому лишь, что, ну как, уже не мучаюсь, уже хожу, уже все, он меня уже устраивает. После того, как мы его 3 года крушили, ломали и дербанили. Вот. Ну вот есть такие вот косяки, вот выплывают, то что вот некачественно, допустим, видите, зашпаклено, все вздулось. Ну, что делать? Вот такую нож достался. Маленький мотор мы снимаем. У нас есть в планах на него поставить автомобильный генератор ампер на 100. Для того, чтобы на троллинге, либо просто на стоянке, когда ты не включаешь передачу, ты можешь дать обороты, и он будет работать как генератор, мощно заряжая аккумуляторы, наш литий-феррум полимер. Вот такие вот задачи. Эту задачу, я думаю, осилит Жуков гараж. И на будущее это будет такой полезный кит для владельцев таких вот моторов-докаточек, чтобы не гонять большой мотор, чтобы не насиловать его моточасами для зарядки аккумулятора. Можно будет на маленьком моторе все это компактно очень зарядить, и будет выдаваться где-то, ну, 80-90 ампер зарядного тока. Как-то так вот. Будем забирать наш шерп, вот уже буквально скоро-скоро,
и отдадим мотор этот для того, чтобы нам его прокачали. А Жуков гараж можем. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Все, головастику. Спокойной ночи. Он молодец, нас покатал в этом году. В общем, ребятки, закончилась у нас эпопея головастиковая. Начинается шерповая. Ну и вот мы, кстати, починили тормоза, перетряхнули подвесочку. И я думаю, завтра-послезавтра поедем на полярике, покопаем броды местные. А чё бы нет-то? Вдруг что найдем? Давайте. До новых серий. Покедова. Всем счастливо.